почему я начал заниматься Верещагиным, я в него влюбился. Это совершенно удивительный человек, который очень много сделал для России. И когда я прочел о нем статью в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, я был оскорблен. Эта статья была написана очень недоброжелательным человеком и тем, кто не понимал значения Верещагина и не хотел понимать. Начинается она таким образом. Верещагин – сельский хозяин, практик и так далее. Верещагин не сыровар, не маслодел, не скотовод. Это большой государственный деятель, который поставил своей задачей дать в руки русскому крестьянину новое ремесло, новый способ зарабатывать деньги, подняться как-то материально, укрепить свое положение, а в перспективе Россия должна была отказаться от зернового экспорта и перейти на экспорт молочных продуктов, масла и сыра. Он скончался в 1907 году, а его последователям удалось развить экспорт молочных продуктов России в такой степени, что только экспорт сибирского масла приносил больше золота, чем все золотые приски Сибири. Я знаю, что в Единого было 4 мелочных лавки, одна кузница, ну и так далее. Ну, возможно. Да. Ну, кстати говоря, вот этот старый дом, если вы туда сейчас подъедете, посмотрите, он очень старинный. Дом, там прям колобазы, ворота такие кованые. Да, да, да. Вот да. Это, наверное, одна из этих построек есть. И больше, наверное, ничего не осталось. Ничего не осталось. Он бесплатно распространял любую технологию, печатал и делал приписку, что специально для того, чтобы каждый мог использовать ее в своем личном хозяйстве. Он не делал никаких секретов. Верещагин вел переписку с 5 министерствами, причем напрямую обращаясь к министрам. Он переписывался с великим князем, он переписывался с императором. И вот вся эта громадная переписка, которую он тщательно хранил, сортировал, он был очень аккуратный человек. А потом сын, оценивая обстановку в стране, он испугался, он сжег все это, и его дочь Мария Кузьминична Верещагина, которая была в то время девочкой, вспоминает, как это было у нее на глазах. И он говорит, и она мне рассказывала, когда я жил у нее подолгу в Петербурге, что вот происходило это дело так. Он брал какую-нибудь записную книжку, прежде чем бросить ее в огонь, вынимал карандашик серебряный, на, Манечка, поиграй, а книжка летела в огонь. И туда же летели десятки, сотни, тысячи писем. И в чем была проблема, почему я так долго готовил свою книгу о Верещагине, почти 10 лет? Потому что пришлось восстанавливать это все. К счастью, Верещагин очень часто апеллировал к общественности в момент каких-то своих трудностей. И он же, добиваясь каких-то успехов, как бы отчитывался перед публикой вот в своих успехах. То есть по периодике тех лет очень многое можно восстановить. А кроме того, официальная переписка, она же хранится не только у того, кто отправляет письма, а у адресата тоже, то есть в министерствах. И вот там по крупицам я это все нашел. Причем я сначала не понимал масштаба, так сказать, его деятельности. Я не понимал, что мне нужно обращаться не только в Министерство сельского хозяйства, а еще в МПС, в Министерство путей сообщения, Министерство финансов, Министерство иностранных дел и так далее, и так далее. Я этого уже не знал, и только постепенно у меня, так сказать, по кусочкам, как из мозаики, вырастал образ большого государственного деятеля. В конце своей работы, когда я уже заканчивал работу над книжкой, я случайно наткнулся на официальную записку Верещагина в адрес Государственного совета, где он, обосновывая свои претензии на погашение очередных долгов, последних своих долгов, рассказывал почти всю свою жизнь, свои, так сказать, творческие успехи, перечислял свои достижения и так далее. В обоснование просьбы дополнительных субсидий. И оказалось, что я все угадал правильно. Вот за 10 лет я восстановил вот всю картину.